как оставаться весь день продуктивным. Сегодня на улице просто нереально холодно. Мы приехали на Юность, хотели заснять тренировку, но у нас не получилось, потому что там помимо дикого ветра еще очень большая минусовая температура. Ну, серьезно, очень холодно. И Йосика бы вряд ли вытерпела 10 минут там. Да. Друзья, еще раз всем привет. Почему я опять с вами здороваюсь? Потому что начинал этот влог я вчера, а продолжаю сегодня. Вчера было очень холодно, и что-то толкового снять бы не получилось. А бестолковые влоги — это не про меня. И сразу же хочу вам посоветовать один учебник. Это учебник по физиологии для высших учебных заведений. Выглядит он следующим образом. Если найдете вдруг эту книгу, то берите. Есть книги, которые очень интересные, в них очень много теории. Эта книга не такая. Это учебник, в котором конкретная спортивная практика, и он очень легко читается, очень легко запоминается, поэтому, друзья, вот эта физиология, это самый крутой учебник по физиологии. А физиология – это очень важный предмет, если вы хотите разбираться в спортивной деятельности. One, two, three, jump! Сегодня хочу вам дать 5 советов, как оставаться весь день продуктивным. То есть, если у вас есть такая же проблема, как у меня, вы встаете очень рано и потом весь день засыпаетесь, то эти советы 100% для вас. Я в руках держу стаканчик кофе, и он даже близко не будет мелькать сегодня. Ах да, забыл, очень важная новость. Дело в том, что когда я покупал кофе, я нашел полтинник. 50 рублей. Как давно вы находили деньги, друзья? Я не успел заснять, как это было, но это было достаточно просто. Я просто шел и просто нашел 50 рублей. Так, выкинем кофе, потому что сегодня оно нам никак не поможет. Будут реальные 5 советов, которые 100% помогут вам оставаться продуктивным целый день. И совет номер один, пожалуй, это самый главный совет. После него вы, в принципе, можете ничего не слушать, потому что это реально самый главный совет. Итак, друзья, приготовьтесь, это дневной сон. Если вы, так же как и я, в принципе спите нормально, то есть я ложусь до 11 часов, но встаю очень рано, это примерно в 5:30 утра. Но обеденный сон мне очень сильно помогает. Обеденный сон примерно в период с 12 до 3 часов дня, это отличная штука, чтобы всегда быть бодрячком. Внимание, я совсем забыл упомянуть, обеденный сон длится примерно 20-60 минут. Этого хватит, чтобы оставаться на плаву. Если вы будете добавлять обеденный сон, он поможет вам быть не только продуктивным, но еще отлично восстанавливаться. Если у вас тренировки каждый день и вы встаете рано, то обеденный сон — это отличная возможность. И если она у вас, конечно же, есть. Если этой возможности нет, то следующие 4 совета отлично помогут вам, в принципе, тоже оставаться продуктивным. Совет номер 2. Кофе – это неплохой напиток, чтобы проснуться, но эффект от него временный, и весьма временный, и, конечно же, посредственный. То, что вам реально поможет проснуться, это таблетки кофеина, чистого кофеина и женьшень с элеутерококком. Я советую вам купить настойки, спиртовые настойки женьшень и элеутерококка, разводить примерно по 3-4 капли женьшень и элеутерококка на 0,3 стакана воды. Выпивая это во время завтрака, таким образом вы аккумулируете внутренние ресурсы и будете чувствовать себя лучше и бодрее, нежели вы выпьете кофе. Те, кто пробовал, они знают, о чем я говорю. Кто не пробовал, друзья, обязательно попробуйте. Это абсолютно безопасно, не несет никакого вреда, а только лишь добавляет плюс 100 к здоровью. Реально, очень полезная вещь. Но хочу вас предупредить, если у вас есть проблемы с давлением, то перед применением проконсультируйтесь обязательно с врачом. Знаете, что самое смешное? Люди в Иркутске уже привыкли к людям с фотоаппаратами. И обычно это китайцы. И, скорее всего, люди думают, что я один из них. Какой-то из туристов, который приехал посмотреть на Байкал. Вообще, в последнее время в Иркутске очень много туристов. И львиная доля туристов – это, конечно же, китайцы. Совет номер 3 – это делайте зарядку. Очень важно делать зарядку по утрам. Конечно, не так важно, как дневной сон,
Но, тем не менее, это вам поможет аккумулировать внутренние ресурсы. У организма есть такая функция, как адаптационная функция. То есть адаптироваться под внешнюю среду. И когда вы дадите небольшую нагрузку, не нужно давать сверхсиловую нагрузку, либо сверхинтенсивную нагрузку, небольшую нагрузку, чтобы аккумулировать внутренние энергетические ресурсы. Таким образом, организм будет вынужден высвобождать энергию для построения полноценного рабочего дня. И когда вы просыпаетесь, вы думаете о том, что вас ждет трудный рабочий день, вы себя настраиваете уже изначально негативно на негативную фазу, и поэтому вам всегда хочется спать. Заметьте, по выходным вы тоже, бывает, встаете рано, но тем не менее вам хочется вставать, потому что это ваш выходной, и вы настраиваете на то, что ваш выходной будет крутой, вы проведете этот день круто. То же самое и когда вы встаете на работу. Настраивайте себя на рабочий классный лад. Найдите что-то позитивное в вашей работе. Если это есть, то просыпайтесь с этой позитивной мыслью, и тогда вам будет гораздо проще настроить себя на работу. Совет номер 4. Поставить 2 будильника. Я не знаю, как это работает, но некоторым людям это реально помогает. Ставите 2 будильника в промежутке с 10 до 15 минут. Допустим, я просыпаюсь в 5:30 утра. Если бы я поставил себе будильник на 5:15, затем встал, отключил этот будильник и поспал еще 15 минут, и эти 15 минут казались бы мне безумно быстрыми, но таким образом я бы еще чуть-чуть доспал. На меня это лично не работает, но есть очень много людей, на которых это работает, и у них реально стоит 2 будильника, и это им помогает чувствовать себя лучше и как будто проснуться. На самом деле какого-то ученого объяснения тут нет, чисто психосоматика. Совет номер 5, тоже немаловажный совет, это подготовиться ко сну заранее. Если вы ляжете спать в 1:00 ночи и проснетесь в 10 утра, то это совершенно разные цифры, если вы ляжете спать до 10 вечера и проснетесь, допустим, в 5 утра. Вы выспитесь лучше, потому что ценность сна будет гораздо выше. С каждым часом, да, когда все темнее и темнее на улице, ценность сна теряется. Мы привыкаем к определенным биологическим часам, и наш организм входит в этот ритм и в этот режим. Поэтому необходимо все-таки подготовиться ко сну, за час до сна убрать все осветительные приборы, лишить себя любого белого шума. Если у вас есть black шторки, которые блокируют любой свет, это вообще будет очень круто. И таким образом вы будете реально круто высыпаться. Также очень хорошо, если у вас есть возможность купить себе хорошую подушку и хороший матрас. Это тоже вам очень сильно поможет хорошо выспаться. Я надеюсь, что этот влог был полезен для вас. Ну, с вами был я, Андрей Филиппов. Движение Gorillaz. Всем до скорого, друзья. Увидимся и всем отличного продуктивного дня.